Для данного носка будем набирать 48 петель, так как у нас сам рисунок кратное, число кратное 2 или 4. Поэтому старайтесь набирать количество петель четное, чтобы в дальнейшем нам не добавлять и не убавлять петельки. Итак, набираем 48 петель. Теперь у нас, значит, здесь были петельки изнаночные. Для того, чтобы удобнее было вязать вам, вы вот эти две петли изнаночные перекиньте сначала на правую спицу. Провяжите их изнаночными. Первые две петельки перекиньте на правую спицу. Так вот и оставьте. Теперь возьмите дополнительную спицу и уже вяжите по рисунку. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночные петельки сразу начинаете вязать за заднюю стеночку, для того, чтобы наш рисуночек был очень аккуратненьким. Потому что у нас вязание идет круговое, и изнаночные петли, чтобы правильно ложились, не перекручивались, сразу начинаете вязать именно изнаночные петли за заднюю стеночку. Первый ряд, может быть, будет немножко сложновато, но вы не торопитесь, сделайте все аккуратненько, тогда у вас будет все симпатично. Так, опять у нас вот две изнанки, сразу возьмем за заднюю стеночку. Первый рядок будет немножко сложновато. Постараемся сделать. Дальше опять 2 лицевые. И вот теперь вот 2 петельки же нам не хватает, потому что мы их перенесли на правую спицу. Распределяем петли же по 12 петель на каждую спицу. Теперь вот с этой левой спицы тоже заберем вот эти вот 2 изнаночные петли себе на первую нашу спицу. Теперь возьмем освободившуюся нашу спицу и будем вязать дальше. Здесь опять 2 лицевые, 2 изнаночные в заднюю стеночку. Так, провязали первый рядок. Надеюсь, что у вас тоже все так получилось. Все красиво, аккуратненько. Там, где у нас был стык, как видите, у нас нету никакого пространства, дырочки у нас нету. Пересчитайте все петельки, если у вас все в порядке, если на каждой спице по 12 петель, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее, значит, вы молодцы, вы справились с первым шагом. Самый такой трудный, объемный, это набор петель, распределение их на спицы. Если, говорю, вы все справились и все у вас хорошо, аккуратно получилось, вы просто молодцы. И теперь, значит, будем вязать нашу резинку. Вот видите, почему я говорю, что надо вязать изнаночную петлю именно за заднюю стенку. Вот видите, как аккуратненько смотрится резинка, да? Вот внутренние вот эти вот изнаночные петли, они как бы там, видите, внутри получаются. И вот в самом рисунке, тоже вот заметьте, да, вот видите, тоже вот эти вот изнаночные петли, они как бы там внутрь, да, уходят. Видите, когда растягиваются, она вот так вот смотрится. Если вы будете вязать за переднюю стенку, то у вас изнанка будет как бы выше, чем лицевая петля, будет немножко не очень аккуратно, не так симпатично будет. Ну что ж, давайте провяжем высоту резинки, кому какая необходима, можете больше, можете меньше, а затем уже приступим к самому узору на наших носочках. Рисунок очень легкий, очень простой. Вы его даже запомните с первого раза. Итак, резинку мы закончили. Вначале у нас идет 2 лицевые. Что мы делаем? Вяжем первую 1 лицевая. Дальше идет накид и лицевая. Дальше точно так же по рисунку 2 изнаночные. Так мы все вяжем.
до конца ряда. То есть опять лицевая, накид на себя и лицевая. И 2 изнаночные. Изнаночные вяжем также за задние стеночки. Опять лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Так мы все вяжем по кругу до начала нашей первой спицы. Желательно, чтобы количество петель у нас было четное. Раз он и подходит для нашего рисунка. Итак, продолжаем. 2 лицевые, значит, лицевая 1, накид и лицевая. 2 изнаночные. Опять лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Так, вяжем по кругу. Начало нашего рисунка. Ряд круг мы довязали, вернулись к первой нашей спице на начало рисунка. У нас тут получается, значит, лицевая, накид, лицевая. Мы их провязываем просто лицевыми петельками. И первую лицевую, и накид, и вторую лицевую, все провязываем лицевую. У нас получается такая вот дырочка посередке. Опять идут 2 изнаночные, они у нас остаются неизменными. 3 лицевых и 2 изнаночные. Так все вяжем опять по кругу начало нашего рисунка. Как видите, рисунок очень легкий, ничего страшного нету. Надеюсь, вы справитесь. Давайте довяжем наш рисунок начало, потом продолжим. Вернулись в начало нашего рисунка. У нас получилось уже теперь 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Теперь эти 3 лицевые делаем таким образом. 3 лицевые провязываем. Теперь вот первую провязанную лицевую мы ее подхватываем и перекидываем через 2 лицевые. Таким образом. Снимаем петельку. У нас получилась здесь такая вот дырочка осталась. Дальше опять 2 изнаночные. Они у нас остаются неизменные по рисунку. Здесь опять 3 лицевые. Провязываем 3 лицевые. Первую лицевую подхватываем. Перекидываем. Получилось 2 лицевых. Все, так мы опять вяжем по кругу до конца нашего рисунка. Что ж, давайте довяжем наш круг, вернемся в начало нашего рисунка. Довязали мы по кругу, вернулись в начало нашего рисунка. Теперь у нас, как видите, опять осталось на спице 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Опять наш рисунок будет, то есть мы провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы вяжем все по кругу. Начало нашего рисунка. Видите, ничего здесь сложного нету. Давайте провяжем еще один круг. 2 лицевые, 2 изнаночные. И вернемся в начало нашего рисунка. Завязали наш круг, вернулись в начало нашего рисунка. Все, на этом наш раппорт рисунка закончился. То есть мы начинаем повторять наш рисунок опять с первого ряда. У нас 2 лицевые, 2 изнаночные. Между ними мы ставим, опять делаем накид. То есть то, что мы делали в первом ряду, там, где у нас вот образовалась эта вот дырочка, мы начинаем также повторять. То есть опять у нас идет лицевая, накид на себя делаете, и лицевая, и опять 2 изнаночные.
Все, вот это вот и есть наш очень простой и легкий рисунок ажурных наших ножточков. Я уверена, что вы справитесь с этим рисунком. Ничего сложного здесь такого нету. Лицевые и изнаночные петли вязать мы умеем, накиды делать тоже. На этом я, наверное, закончу объяснять вам рисунок. Я думаю, что вы все справитесь с таким рисунком. Вот такой он у вас должен получиться. Вот, видите, как красиво получается на ножке и с лицевая сторона. Вот такой рисунок у нас будет. Я уже провязала еще один раппорт рисунка. Вот такой вот рисуночек должен получаться и у вас. Как связать теперь пятку? Я, наверное, просто вам объясню. С пяткой вы все справитесь. Если нет, у меня будет, значит, там сейчас выйдет ролик. Кликните на ролик, вас перекинет на другое видео, и там будет показано, как вязать именно эту пятку. Там тоже под описанием кликните на то время, где стоит указание, как вязать пяточку. Значит, кликните по этому времени, вас перекинет ролик с того момента, где я объясняю, как вязать пятку, кто не умеет. Здесь у меня в пятке что получилось? Значит, две изнаночные, это две лицевые. Так я и продолжала вязать 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязала высотой 20 рядов, то есть 10 изнаночных, 10 лицевых, то есть 10 с лицевой стороны и 10 с изнаночной стороны. Получилось 20 рядов. Затем начала убавлять петельки. Посередине оставила 12 петель, так как у нас на спицах было по 12 петель на каждой спице. Общие 48. Так? Здесь получается 2 спицы мы берем, 24 петли, провязали высоту высоту пятки, разделили пятку на 3 части, значит, у нас на спице вот так вот будет 24 петли, оставила с правой стороны 6 петель, с левой стороны 6 петель, посередине 12 петель, закрыла пятку, пятку закрыла, затем по бокам набираем петельки дополнительные. И уже потом вяжем саму подушку просто лицевой гладью. А здесь мы уже идем, как продолжали рисунок вязать, так мы его и вяжем до конца. Если вот бывает так, что, допустим, вы тут закрыли, у вас каких-то петелек изнаночных не хватило, то ничего страшного, с этой лицевой глади можете перекинуть 2 петельки, допустим, изнаночные уже на правую спицу и дальше вязать. Вяжете ту длину носка, которая вам надо, затем закрываете наш носок. Как закрыть вот такой носочек, чтобы он был у нас не сильно острый, а закругленный, с помощью иголки и нитки. У меня тоже сейчас там ролик есть, если вам интересно, нажмете на ролик и вас перекинет, и там посмотрите, как закрыть именно вот такой вот симпатичный носочек, носок вернее носка. Ну вот на этом, наверное, девчонки, и все. Надеюсь, что вы справитесь с этим носком, с этим вязанием. Согласитесь, что одевать носочки с ажурным узорчиком намного интереснее, намного веселее, чем простые носки. Так что учитесь, старайтесь, носите себе удовольствие, радуйте своих близких и знакомых. Я пока на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Не забудьте подписаться на канал, поставьте свой лайк или отзыв. Поделитесь, пожалуйста, в соцсетях своих, ВКонтакте или в Одноклассниках, в Фейсбуке, чтобы наши другие девчонки, любительницы вязания, могли тоже посмотреть такой вот прекрасный рисунок для наших ажурных носков, тоже могли себе их связать. Ну что ж, пока-пока!